Не было фашизма и не было войн. Дальше, мимо, мимо. Так что, ребят, вам, может, вы и не покажете этот репортаж. Я покажу вам. Он покажет, он покажет. Да, покажет. Он покажет. Вот. Ну, здесь действительно мы собрались просто патриоты своей родины. Патриоты, которые хотят, чтобы был мир на земле, а не было убийств, не было вот этой бойни, которая стреляет по нашим городам, убивает наших матерей, отцов, детей. Мимо, мимо. Нам это не надо. Мне 55 лет, и я до конца буду их долбить, пока не догоним всех сволочей. Единственное, даже посмотреть на вот это село. Смотрите. Здесь люди жили мирно. Мирно жили. Растили детей там. Да. Занимались своим хозяйством. И вот, нет ни одного человека здесь в этом селе. Потому что пришла война к ним. Фак. Мимо. О чем можно еще разговаривать? Пришли сколько свои метров? Же, свои. Здесь, метров 10-15. И их начали убивать, бомбить. Не мы пришли сюда, а они пришли к нам. Мы Киев не бомбим. Бомбят нас, уничтожают. Вот, мимо. Сигареты, сигареты. Да. Как возможно, не страшно. Не страшно.